Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел рассказать об игре, которая называется Swing Copters. И чем она уникальна? Тем, что сделал данную игру человек, который создал такую игру, как Flappy Birds. Да-да-да. А это другая игра, где мы летаем за какого-то непонятного человечка с вертолетиком на голове. Предупреждаю сразу, она очень сложная, гораздо сложнее, чем та же Flappy Birds. Как осуществляется управление? Нажимаем play. Когда мы тапаем, да, на экран, любую часть экрана наш, персонаж летит вправо. Еще раз тапаем влево, и вот так мы с вами перемещаемся и поднимаемся вверх. Поэтому управление очень тяжелое. Я выше вот этого первого этажа так и не поднялся. Ну, вот. Игры от этого разработчика, который создал Flappy Birds, отличаются очень-очень сильной сложностью. И вот, как вы видите, я не могу пройти даже первый этаж, так сказать. Вот. Думаю, эта игра будет так же популярна, как Flappy Birds. Это я уверен на 100%, потому что она очень сложная. Отлично, я почти поднялся. Как видите, графически она обладает такими же... Ну, не обладает, такая же графика, как и Flappy Birds. Такие спрайтовые какие-то графические навороты, я сказал бы, да? Отлично, я смог подняться. О, я уже поставил рекорд, поднялся аж на первый этаж. Очень сложная игра. Боюсь, что многие будут ломать свои устройства, потому что она ни в какое сравнение не сравнится с Flappy Birds. И наверняка в данной игре будет очень много закачек, много людей ее скачает, в удовольствие в нее сыграют. Вот. Если вам нравятся сложности и простая графика, то эта игра для вас. Если вы любили Flappy Birds и играть, проходить. Вот. С вами был Android Андроидович. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.